Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Сингапура, Феттель занял лишь третье место. Завершилась квалификация Гран-при Сингапура, по итогам которой Льюис Хэмилтон выиграл пол перед завтрашней гонкой. Отметим отличный результат Макса Ферстаппена, который смог потеснить Себастьяна Феттеля со второй позиции. А вот Кими Райкконен не смог поддержать свой темп, с которым он стал лучшим на второй практике и занял лишь пятое место. Напомним, что гонка стартует завтра, 16 сентября, в 15:00 по киевскому времени. По материалам сайта newsgra.com.